Для начала я вам порекомендую подписаться на канал Эльмар Фит. Это очень скилловый игрок. Он прошел на 60 герцах катаклизм. И это уже огромнейшее достижение. Короче, заходим, подписываемся. Ссылочка в описании. Сука. Го. Да, я прошел завкиль! 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 Я прошу завтра! Я прошу завтра! Я прошу завтра! Я прошу завтра! Мой хардост, пацаны! Мой хардост! Мой хардост! Мой хардост! Наконец! Да! Я бил! Ой, да! Я бил! Я бил! Пипец! Пипец! Я бьет на завки. Я бьет на завки. Я бьет на завки. Значит, смотри, какая картина. Я вообще все-таки делаю. Я, пацаны, бил. Я прошел. Я прошел. Я бьет. Никто не написал ГГ Блимер, блин. Наконец-то я битнул завкель. Я битнул завкель. Спасибо всем за поддержку. Это папа пришел, это папа пришел. Ничего. Никто даже не написал GG Блимер, ладно. Давайте. 6-4-7-2. 6-4-7-2 плюс 13-936. Так, блин, еще считать. Пацаны, посчитайте, пожалуйста, мне лень. Да. Пожалуйста, напишите. Алло, покажи числа. Вот числа вам. Мне лень читать. Посмотри комменты в завке, Леща. Буду лайкать такие комменты. 20408. О, даже меньше. Окей, 20408 attempt. GG. Ну что ж, пацаны, ГГ.
Блин. Я в шоке. Я бит, но вот как появилась новая видюха, я смог нормально постримить и пройти Завкиль на стриме. Спасибо всем за поддержку. Спасибо. Спасибо. Спасибо всем. Спасибо всем. Да, это мой нью-хардест, это нью-хардест. Спасибо, спасибо. 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 Спасибо.